Оппозиция Азербайджана заявила о фальсификации предстоящих выборов. Бойкотирующая предвыборную гонку партия Народного фронта Азербайджана уже готовится признать фальсифицированными президентские выборы в стране, которые пройдут 11 апреля. Лидер партии Али Кяримли призвал неравнодушных граждан выйти 14 апреля в Баку на митинг против фальсификации президентских выборов в стране. «Мы выйдем на площади, чтобы сказать «нет» фальсификации выборов, лжи, грабежу, кланам управления. Требуем справедливости, процветания и равных возможностей для нашего народа. Приходите тоже», — написал Кяримли. Отметим, выборы в Азербайджане также бойкотировали Партия Народного фронта, Мусават, Национальный совет, также находящиеся в оппозиции к действующей власти. Напомню, 18 марта в России прошли президентские выборы. Абсолютную победу на голосовании одержал действующий президент Российской Федерации Владимир Путин. Процесс голосования был оценен многочисленными международными наблюдателями как прозрачный и демократический. Thank you.